Привет, друзья! С вами, как обычно, Верховный Отец Вселенной. Сегодня 8 июля, суббота, 2023 год. Как обычно, Острогожский район. Я выбрался с грибами. И уже кое-что нашел. Эх, не могу показать. Где что? Ага, вот, видите. Друзья, вот нашел. Ну, это старый какой-то уже. Фу, вон видно. Все это мухана. Этот тоже старый. А вот этот. Вот он. Слизнявый такой. Да, это, по-моему, то, что мне надо. Фу, рука вся уже этой слизи. По-моему, это валуй. Возьмем вот этот маленький. Валуи на засолку идут, и их надо брать вот именно такие. Вот это уже все. Даже вот этот. Это не годится. Годится вот такая шляпочка. Так, вот еще нашел грибы. Смотрите, они вроде как... Или это другие здесь? Да вроде те же. Давайте посмотрим. Ох, ё-моё, смотрите, что там. Какие-то мелкие мошки. Мошки, я не знаю даже, что это. Трутовичок. Не хочу его срезать. Ну, тут муравьи засуетились. Пластинчатый гименофор. Видно какой, да? Сейчас не могу точно сказать, что это за трутовик. Вот такие здесь бревна лежат уже мхом. Покрытый, из торца вырос этот трутовик. Что-то нашел. О, да это ж лисички, похоже. Да. Вот еще. Маленькие только какие-то. Нашел я лисички. Так. Где ж тут еще могут быть? Ладно, сейчас посмотрю еще. Ну, вот самая крупная. Так вот. Это лисичка бледная называется. Насколько я знаю, это лисичка. Лисичка бледная. Вот он, трутовик настоящий. Какой беленький, какой свеженький. Такой хороший, плотненький. Ну, я трогать не буду. Нашел поплавок серый, поеденный слизнями. Вот он. Ну, я такой брать не буду. Да и вообще, сейчас поплавок брать, я его просто не донесу. Он очень хрупкий. В сумке сложно его принести. Я их жарю без отваривания. Так, похоже, еще есть добыча. Видно, да? Блин, поломался. Лисичка. А тут, смотрите, спряталась. Ай, комарики. Ну, хоть что-то, неплохо. Так мало-помалу и насобираю. Так, ну вот сколько. А тут, смотрите, рога жука-оленя. Сразу не заметил. Но рога мне не нужны. А это уже экземпляр покрупнее. Ага, он еще даже одну заметил. Вот показываю эту. Вот тут еще... А, даже две.
Запах приятный такой. Так, ну так я могу и набрать сегодня. Ничего не было. Это вдруг опы нарвался. Надо тут повнимательнее посмотреть, походить. Нашел сыроежки. Там сыроежки. Так, ну-ка. Ну да вот это чей. А, не, вон. Черви. Не сильно, конечно. Но она поедена червями. Хотя прилично. А это прям через кору прошла. Вот это вообще все. Вон съедено. Сыроежки. Ага, еще вот что-то даже. О, эту. Ну и смотреть-то. Она дырявая. Дырки с палец. Сыроежки черви едят. Очень сильно. Так, что-то нашел. Вот грибы. Вот он самый крупный. Там помельче. Что это такое? Не знаю. Слизни по нему ползали. Вот он помоложе. Сейчас сделаю фотографии и разрежу, покажу еще, что внутри. Так, сейчас попробуем разрезать. Ну, видно, да? Не червивый, я не знаю, что за гриб. Ну и как же без сыроежки? Это молоденькая. Ну... Да где фокус? Ага. Но слизень ее так поел, что я не хочу после него ее брать. Даже если там червей нет. Есть, но мало. Так, кажется, что-то интересное. Ага, вон я еще вижу, да, вот три штуки. Там дальше то ли сыроежки еще. Сейчас мы по этим кущам пройдемся. Ладно. Да, это маховик, что ли. Комарики. И, по-моему, он даже не червивый. Я вижу грибы там. Вот тут мы сейчас походим. Ох, извиняюсь. Ну-ка. Да, по-моему, чистый. Сейчас еще. А нет, не чистый. Ладно, сейчас я вам покажу еще, что здесь есть. Шляпка может чистая. Ну-ка. Ну все, здесь уже в принципе то ли есть там, то ли нет чего-то. Нормально, пойдет. Вот он еще. Ага. Вон он еще один. Подлесок такой, какие-то кущи непролазные. Ага. Ну-ка. Ну, этот старенький. Сейчас я посмотрю. Так,
Ну, есть там какие-то черви. Не знаю. А вот, что это такое-то? А, ну это, наверное, он же только старый. Гименоцепс или как-то еще вот его поражает. Это другие грибы, которые едят эти маховики. А там я вижу еще, и, по-моему, там крупные есть. Сейчас я пойду туда. Так, вот они. Ну-ка посмотрим. Червивый. Ну тут уже шляпка, можно сказать, чистая. Гименофор какой-то у него. Уже под ним все чисто. Ага. Этот. А, этот, смотрите, видите, белое. Это гименоцепс или какая-то такая фигня. Это другой гриб. Паразитирует на маховиках. Может, не только на них. Так. Это что у нас тут? О, этот вообще чистый, идеальный. Нужно даже ножку подальше. Не, подальше она какая-то жесткая, непонятная. Так, ну-ка я сюда на рюкзак. Ну, этот уже все, он не аппетитный, я его брать не буду. Так, там вообще что-то интересное дальше. Это... Так, тут смотрим. Какая-то говорушка. Смотрите. Ну, я не за говорушками сегодня. Да почему нет фокуса? Не знаю, почему нет фокуса. Вот еще одна, может, это будет лучше. Так, берем свой ножик. Блин, у меня паутина с козырька свисает. Смотрите, какой красавчик под веточками тут. Ага, ну-ка. Ага. Так. Так. Блин, не, этот похоже. Не, тут много слишком. Этот я брать не буду. Так. Так, а это поплавок. Поплавок серый, его белая форма. Вот здесь хорошо видно. Так, поплавок серый. Случайно я как-то камеру отключил. Белая форма поплавка серого. Смотрите. Рубчатые края. Здесь хорошо видно. Он как мухоморы из яйца вылупляется. Вот оно видно. Поплавок — это мухомор такой. Понятно, да? У него там пластинки, никакой юбки у него нет. Не знаю, взять, не взять, как его донести, вот не знаю. Так. Еще какой-то гриб. Вон они, трутовики растут. Ага, вон они. На... Не знаю, что это за дерево, блин. Что у нас вот это? Тоже что ли? Нет, это... Говорушка какая-то, что ли. Не знаю, сейчас буду фотографировать все. Так, буду сейчас здесь дальше маховики искать. Несколько штук хороших нашел. Их можно сразу прям жарить. Да, смотрюсь еще.
Ну тут так довольно много кустов. Но они не прям густ, не прям один к одному, не так густо растут. Можно, в принципе, пройти. Сейчас буду здесь исследовать все. Друзья, смотрите, вот я пару минут назад трогал гименофор этого маховика. Ага. Видно, синеет в местах нажатия. Это трубчатый, не пластинчатый гриб. Маховик оливково-бурый, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, какой именно. Так, ну, пока маховиков больше не видно, зато вот еще поплавок. Эх, буду, когда выходить из леса, если найду поплавки, то возьму. Сверху их закину в сумки. А сейчас они просто раскрошатся. Вот, похоже, тоже маховик. Но он уже все. Видите, белое. Это другой гриб-паразит. Его пауки тут какие-то. Другой гриб-паразит его съел. Такое мы не берем. Так, нашел дорогу. Если это можно назвать дорогой. Похоже, тут давно никто не ездил. Ну, пройдусь по ней. А, это край вырубки, наверное. Да. Вырубили, увезли и все. Никому ничего не надо. Так, сыроежка. Тут березки, вот край леса. Тут березки растут. Ну, не знаю. А, и тут сыроежка. Вот это только-только вылазит. Может, еще целое. Не, наглухо, в труху просто. Не знаю, вот почему-то... А, ну, что-то видно там. Вот она, совсем маленькая. Ну-ка. Вообще в ничто просто ее. Ну, это я даже это смотреть не буду. А тут, ребята. Тут, ребята. Смотрите, что. Раз. Два. И один вон он, я показал. А, вот еще маленький. А этот гнилой. Так, где маленький? Вон он. Может, еще тут что-то есть? Сейчас на большом посмотрим. Так, что это такое? Этот уже черный. Ну, черви. Червь, вон он, видите, на срезе. Ладно, сейчас я сделаю несколько фоток и продолжим. Так, вот этот. А этот я разрезал, там вот черви. Ну все, он поедет. Вот этот как-то посвежее выглядит. Давайте-ка его подрежем. Этот, похоже, тоже все хана ему. Сейчас фотку сделаю и разрежу. Так, разрезаем. Ножка у него прям такая плотная. А, все, съеден. Мякоть еще так не сильно. Ну все, он съеден. Ну и малыш вот этот. Может, малыш целый.
Так, сейчас фотки сделаю. Так, этот, похоже, тоже. А, все. Это вообще он съеден. Короче, ничего я отсюда не взял. Все, взяли черви. Сейчас еще тут посмотрю, может, что есть. Сыроежки, может, найду, там не червивые, там я видел их еще десяток. Так, нашел еще один такой гриб. Ой, давайте посмотрим. Черви. Плохо видно, да? Сейчас постараюсь. Вон они мелкие. Сразу шляпку режем. Да знаете, шляпка-то не тронута. Этот еще ничего. И синеет. Сразу. Так, еще один такой гриб. Небольшой. Что-то фокус не туда идет. Хотел показать, что на срезе. Ладно, сейчас пару фоток сделаю. А, вот, видно. Вон червячки мелкие. Так, черви, черви. Что там в шляпке? Шляпку сильно побили, я такое не беру. Так, сейчас еще в этих березках поищем. Да, вернусь обратно в дубы. А то что-то мало я лисички набрал. Ну еще, давайте. О, все, его съели. Что ж такое? Молодые осины на дне оврага. Ну, тут другие деревья встречаются. Сейчас пройдусь, может, в осинах что найду. Странно. Этих осинок вообще не видно никаких грибов. Много всяких насекомых. Ну ладно, поеду дальше, может, найду. Вот пицца. Кстати, осины уже тут их почти нету, они закончились. Дальше уже лес такой пошел. Серьезный. Весной орешек будет. Сейчас посмотрю, есть вообще они тут. Дуб такой могучий. Грибов. Нормальных что-то не видать. Сейчас чуть похожу, да. Пойду сюда. Тут просто ходить тяжело. Ничего достойного в этих осинах нет. Ну там мелочь всякая, не стал показывать. Все, пойду я. Друзья, ну вот уже сорвал я гриб какой-то. Тут он рос. Это какой-то млечник. Видите? Вот он. Млечный сок. Сейчас я его попробую на вкус. Да что-то пока не пойму. Ну, он почти никакой. Ну все, заканчиваем. Вот итог тут. Лисички, маховики. Видно гименофор, да? Как был такой желтенький, приятный.
Ну, какой-то непонятный гриб. Но я думаю, он съедобен. Ну, на сковородку хватит. Фух. Все. Пособирал грибов. Сегодня, ну, очень душно. С утра дождик шел, жара стоит. Вот просто не продохнуть в этом лесу. В принципе, потянет. Я рассчитывал немного на большее. Побольше хотелось лисичек. Но, увы. Лисички мелкие, немного. Зато маховиков набрал. Отцу денег подарите. Не забывайте. С вами был абсолютно верховный отец вселенной. До встречи!